Русская медная компания – одна из ведущих российских компаний полного цикла в области добычи и производства меди. Она добывает, обогащает, перерабатывает медь и производит продукцию высочайшего качества. Всего в РМК 9 предприятий. В Казахстане – Актюбинская медная компания и Копер Технологи, в Челябинской области – Александринская горнорудная компания, Маукский рудник, Карабашмедь, Кыштымский медиэлектролитный завод и Михеевский ГУК. В Оренбургской области РМК представлена ЗАО «Ормед», в Великом Новгороде – Новгородским металлургическим заводом. Основанная в 2004 году русская медная компания завоевала репутацию надежного партнера, отличного работодателя, социально ответственной компании. Все предприятия группы, являясь крупными налогоплательщиками, играют значительную роль в экономической и социальной жизни регионов. Результаты 12-летнего развития говорят сами за себя. РМК входит в топ-50 крупнейших непубличных компаний России по версии журнала Forbes, топ-10 крупнейших экспортеров Урала и Западной Сибири и 10 самых динамичных компаний Челябинской области. Отличительная черта РМК – приверженность инновациям, а также способность находить нестандартные решения и ломать устаревшие стереотипы индустрии. На фоне глобального истощения минерально-сырьевой базы инновационные решения и лучшие мировые практики позволяют русской медной компании осваивать месторождения с крайне низким содержанием меди в руде. РМК модернизирует имеющиеся предприятия и строит новые с нуля, уделяя особое внимание защите окружающей среды. Все без исключения производства используют современное оборудование, которое повышает надежность, обеспечивает эффективность процессов и соблюдение мировых стандартов охраны труда и техники безопасности. Русская медная компания постоянно совершенствует методы производства главного конечного продукта – катодной меди и медной катанки. Это позволяет много лет занимать лидирующие позиции на российском и международном рынках цветных металлов. Русская медная компания является одним из крупнейших работодателей Уральского федерального округа. Кадровая политика обеспечивает стабильную занятость всех активных возрастных групп. Только на Урале более 8 тысяч человек работают в РМК. Как правило, молодые специалисты, ориентированные на карьерный рост, быстро добиваются поставленной цели. По прогнозам экспертов, потребность в чистой меди к 2020 году возрастет до 25 миллионов тонн. Медь востребована практически всеми высокотехнологичными отраслями мира. Поэтому сотрудники русской медной компании ощущают уверенность сегодня и могут планировать свой завтрашний день. Медь, в которой нуждается как Россия, так и весь мир, лежит в основе высоких технологий и успешного будущего нашей страны.